Мам с папой спят. Устали. С ними долго мы играли. Но не будем унывать. В школу мы идем играть. Буря в нас не утихает. Кто кого здесь воспитает? Здравствуйте. Меня зовут Полищук Светлана Анатольевна. Я представляю службу психолого-педагогического сопровождения школы 1517. Работа психолога в современной школе никогда не стоит на месте. Дети движутся, и мы движемся вместе с ними, сопровождая, помогая, оберегая, а иногда и предотвращая то, к чему так стремительно рвется еще не окрепшая, но уже яркая и самобытная личность. Психолог научит понимать себя и свое настроение, прислушиваться к окружающим, дружить и учиться, мечтать и достигать поставленных целей. Но не только психолог сопровождает детей в этом нелегком пути. Главным помощником и ориентиром ребенка всегда остается семья, родители. Объединив свои усилия с ними, мы обратим на себя внимание малыша, получим некий кредит доверия, оправдать который сможем с помощью педагога. Так мы задействуем все субъекты образования. Встречи с союзниками, обмен полезной информацией и рекомендациями производим регулярно. С родителями – это индивидуальные консультации, родительские лектории, с педагогами – консультации, обучающие мастер-классы и тренинги, занятия по снятию рабочего стресса. В общении с детьми чаще всего мы сталкиваемся с недостаточной мотивацией и проблемами в коммуникации со сверстниками. Заинтересовать ребенка 21 века непросто, но мы нашли необычный выход – природа. Работа с натуральным материалом очень символична и дает возможность задействовать все каналы восприятия, активизирует развитие познавательных процессов, моторики. И все это происходит самым, что ни на есть любимым для детей, интересным методом – игровым. Школа в некотором роде вторая семья ребенка, и от нас, взрослых, зависит, будет ли он чувствовать себя здесь любимым и нужным, и захочет ли, чтобы гордились им мы, и научится гордиться собой сам. Я приглашаю вас в страну, в которой место есть для чуда. В страну, где равны ты и я. В страну, где радость и друзья. Я подарю тебе огонь. Ты сохрани его в сердечке. С тобой он будет навсегда, и если рядом нет меня. Мне у психолога мне нравится заниматься. Там делать всякие задания. Задания нужны, что внимательно смотреть, хорошо думать, знать все в школе. И мне очень хорошо учиться. Хорошо учиться, мне нравится учиться. Я хочу всегда учиться.